так, ребята, вторая серия, там, построим два дома. И такой думаю, и все-таки надумал, мне реально жалко было, овечку поймать, там, Майнкрафт. Ну, убью ее, да, не будет другой овечки. Что мне делать, скажете вы? Я не знаю, что мне делать. Я, конечно, щит делаю, ножницы делаю. Иду стричь овечку, вот убью ее, убью. Мне же на других кровать не хватит. Вообще, жители, берегу, как берегу, вы не представляете. Не знаю, может, сейчас мы уже здесь. Почти это бить стыдно, но... То, что... О, уже... Хоть и постриг сразу три. Конечно, это костер так стоит просто. И не вообще отнимаешь, что дуба не сыпется. Так сделано просто. С маленьким... Вот тут, бам. Пусть живет. О, ребята, конечно, это да. А то у нас без кровопролития. Но это деревья такие, которые акации, макации просто у меня, они такие. Чтобы фактор сделать. Так. И типа осень говорит. И... А, мне понял, типа намекает, братик, осень скоро будет. Школа будет, всем привет. Кто хочет школу, пишите в комментариях, пишите комментарии. Ну, ему вообще никто в комментарии не пишет. Ну, я не знаю, где овца, почему она ушла. Там овец не видел, очень овец не видел. Ну, как-то, вот овца была, и все, больше овец. Именно тут овец я больше не видел. Все как можно прикольно подняться. Лесенка такая, может, не до конца лесенка, но она есть. Поднимаемся. Ну вот, сделаем так, оп, будь до конца, оп. Овца, ты где? Не желтый. Ладно. Мы пришли за овцой. Я ближе овцу, я буду с 50 метров прыгать, просто вниз, не знаю. Пока не вижу овцу. А курица? Ну курица не... Курицы не овцы. Ну даже... И даже не прыгну, просто быстро прошелся, пробежался вернее. И без прыжка по воду. Свиньяне, овца. Вот это да, конечно, ребят, овцы. Не знаю, что это так сложно найти. Вот вспоминаю, как я просто растратила. Не в этой, конечно, не в этом мире. Просто ставил шерсть. А как я об этом себя жалею? Надо шерсть уже обращаться уважительно. Вот так. Так. Знаете, еще что хотел сказать, жители. Смотрю, люди не уважают жителей, уважайте их. Они вам все делают. Огороды вкалывают свои силы, не знаю, что пытаются сделать, чтобы вы были счастливы. А вы просто берете их, хуй на них и все, да? Уважать их надо, не так. С ними обращаться, какой цветок, а распустил такой, да. Цветочек был. Пошел очень далеко от дома. Цветочки. Кстати, красивые цветочки. Давайте возьмем. Я же в этом мире цветы, я понял. Коллекционеры такие блин цветков, что ли. Давайте их заберем. Так, ладно. Идемте. Забрал тебя, да. До сих пор нет. Я говорю, я до смерти буду искать тебя. Я до голода буду искать, пока не найду. И честно вам говорю. Овцы, люди, но не люди, конечно, животные умные, вот так я выражусь. Потому что не было овцы, не было бы шерсти, не было бы кровати. Конечно, может, с помощью паутины сделать. Где вы пауков видите? Вот это дарит, нету овцы. Надо списать такую команду. Овца! Две овцы! Ребята, уже какие хотят писать? Вот это называется, кто ищет, тот найдет. Это шерсть такая, мне на бетон похожа, цемент.
Не надо овца, не надо стричь. Извини, стричь. Ну, из того, что удара немало, то... Точно, тут все делать, да. Овца, 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 овца. Стричь, спасибо. Что вы так немало даете? Одно еще... Еще овца, вот это да. Вот ты только что поел траву, я же быть много шерсти, конечно. И от этого зависит. Ну это Майнкрафт, от этого зависит. Поела овца или не поела овца. Так, я была, вот этот первый овца до сих пор не поела. Конечно, я тут, я всегда тут. Ой, еще поел, как хорошо, ой, как хорошо. Встреч. Иду-ка вот к этой овце, которая вдалеке. И уже, мне кажется, ребят, надо писать команду килл. Да, когда засвистела, не знаю, как так скажу, засвистела. Где это овца? Ну, если найду, по крайней мере, 15 целых шерсти. Ладно, они уже, она уже покушала, это овца. И все, уже устала, овца. 15 шерсти, это 16, это нормально. Ой. Что, команда? Написал. Так. И, житель, братан, ты что тут делаешь? Так, ладно, видите, можно печку что поставить или не разобрать. Ну я тут живу, конь, не возражаешь. Что сюда пришел, я тебя не понимать, как говорится. Не понимать или понимать, я вообще ничего не делаю. Вот в чем вопрос, я понимаю, разговариваю и говорю ерунду. Так. Ну, ты богатый дом, как богатый. Все в каких домах живут ты, а попробуй богатый сделай дом. Делаем кровать. Хорошо, у нас одну кровать не пустится. Кровать. Сделаем кровать. Поставили кровать. Если вы не представляете. Вот, вот и называется. Любовь жителя. Ведро вещь нужно сделать. Я честно вам говорю, ведро это настолько нужно вещь, я сам даже не знал. Насколько, но... Нам не очень даже нужно. Как бы тут вот все нужно отсюда. Конечно. Ладно, сейчас мы сделаем еще одну кровать. Вообще, ну, и тут поставим. Пусть жители радуются. Овца еще. Посреку тебя с радостью, ты моя хорошая. Гуляй. Гуляй. Тут ставим кровать. Конечно, будет стоять только кровать, но... Мне кажется, жителям... Наверное. Давайте по центру ставить. Может тут увидеть, как края жители еще упадут. Будет потут, я так скажу. Будет плохо. Довольно. Оп, ставим. Забираем. Выкидываем. Я сказал, так, ну конечно, деревня у нас даже очень более, блин, преобразилась. Все же Кайлен захотел деревню преобразить. Он. Это растет где-то пшеница, я, конечно, понимала, снопы. А даже пшеница не растет. Ну, конечно, ряды странными. Чем мне? Мама-мама-мия. А, у меня уже был сноп, было место. Ладно. Пшеницу судишь, нормально. Привет. Так, еще. Овцу не хочется с коровой сажать. Мне кажется, мы их посадим. Ладно, корова, мне кажется, сейчас стоим. Так, ладно. Хотя их можете завести где-то. Не падай. В дырку эту. Ты еще ногу подвернешь. Залез. Тихо, тихо, тихо. Вы сейчас выйдете. Залезай, залезай.
залезай. И водопои, чтобы пить воду. Это для коров. Алену тут сделать, чтобы прыгать. Быстрее идем. Сейчас просто будет ночь. Как я понял, голем работает уже. Хотел работать машина на них. Куда корова заметил. Так. Говорят, пока не ночь, я говорю, конечно. Сейчас ночь. Такие вот дела. Прыгать я взял, потому что мне не дорогой. Так, житель, аккуратно гуляй. Так, корова. И вот она. Привет, идем. Тёмка. Просто реально жалко, что всё землю. Я посадил барашку с коровами, как-то будет не так. Ну зато корова едет. Ну, в принципе, я так подумал, тут место довольно коротое. Здесь довольно много, тут постоят. Там постоят, вот тут постоят. Вот. Погуляю, покушаю, постригу, иду дальше. Секунду, нет, я на комментарии, да. Вот так открываю дверь, выйду. Все, мусор высом уже идет. Ой, это 10 минут, ладно. Будем заканчивать. Всем пока, ребят, с вами был Леон. До скорых встреч.